перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра, ребята, и сегодня мы будем продолжать играть в нашу замечательную игрушку, которая называется «Растения против зомби 2», ребята. Так, дорогие друзья, ну что ж, в прошлый раз мы с вами уже дошли довольно-таки далеко, давайте пойдем в сад, посмотрим, что у нас там выросло. А выросло у нас следующее, ребята, буст, конечно, обновляем свою мину, ребятки, так, все отличненько пока что. Так что давайте перейдем назад в лобби и выберем наш уровень, который, собственно, мы и хотим, дорогие друзья, пройти. Так, ну что ж, ребята, погнали, 12 уровень. Что же нас здесь ждет? Давайте с вами посмотрим. Так, ребята, здесь, как всегда, вот 12 день зомби-апокалипсиса, когда древние зомби вышли на улице и начали потихонечку... Ага, ребята, посмотрите. А в этом уровне у нас недоступны подсолнухи. Нам просто дали 1900 очков для того, чтобы мы сумели справиться с этим заданием. Вы представляете себе? То есть, по сути, у нас нету вообще никакой защиты, ребят. Так. Давайте возьмем, наверное, вот это... Так, так, так. Бомбу вонючку давайте возьмем. И... так, 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 так. Давайте посмотрим. Еще кого-то. Ага, вот. Вот у нас что есть. Ага, это тыквы. Это заморозка. Ну и разморозку давайте возьмем, ребятки. Это в действительности, ребятки, то, что нам нужно пока что. Ну что ж, давайте начнем, собственно, наш уровень. И посмотрим, на что, ребятки, мы способны. Так, ну что ж, дорогие друзья, поехали! Пишут мне сажать, дорогие друзья. Я, собственно, буду сейчас сажать. Так, где, ребятки, зомбики идут? Я не вижу. Но по всем периметрам я расставлю вот такие вот штучки. А солнышки с неба мне будут падать или нет, мне интересно? Если подсолнухи запрещены, наверное, и с неба не будут падать, ребят. Так, а где же зомби, ребят? А, мне сразу надо расставить эти. А потом уже все остальное, да? Все, ребяточки, погнали. Все, ребяточки, зомби идут. Зомби идут, и это просто, ребята, замечательно, я вам хочу сказать. Так, 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 подождите-ка немножко. А если я поставлю бомбу? А бомбу я подставлю вот сюда. Ого, еще две бомбы. Ребята, круто. Прикольное обновление, которое, ребятки, затронет, пожалуй, каждого, кто будет... Так, кто будет баловаться. Так, ну что ж, пока все идет, ребяточки, по плану. Ой-ой-ой, ребятки, заморозились мои эти, вы видели? Заморозились мои бомбы и заморозились мои горохострелы. Надо отбиваться, ребятки, от них. В этом нам поможет... Так, в этом нам поможет вот эта штука, которая будет раздувать их всех. Так, бомбочку ставим сюда. Отличненько. Все пока круто. Так, туда сейчас перейдут, но там же у меня разморожено. Надо за разморозку добавить. Так, отличненько, ребят. О, отличненько. Я уже два листочка получил, ребята. И это просто замечательно, я вам хочу сказать. Так, давайте разморозим этого. Ребята, давайте здесь поставим ежика. На него не действует ежик, ребят. На него не действует ежик. Быстрее грузись. Давай, 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 давай. Бомба-пукалка. Быстрее, бомба-пукалка, грузись. Вот, все, отличненько. И это просто замечательно. Ага, ребята, вон он полетел. И это просто не есть, ребятки, хорошо. Это просто ужасно. Так, но мы с вами сейчас будем, ребятки, играть немножко по-другому. Так. Давайте будем, потому что сейчас будет реально, ребятки, жестко, реально очень жестко будет все. Так, давайте ставить будем орехи здесь. Так, здесь мы кого ставим? Такую штучку, конечно же. Стреляем, ага, забираем. О, отличненько. Все идет пока по плану, ребятки.
Так, ребятки, последняя волна. Вот пишет мне, что последняя волна, и нам надо разбавиться немножко для того, чтобы выйти вообще из этого кризиса, ребят. Я не знаю, правда, как мы это будем делать. Потому что это довольно-таки все серьезно здесь. Здесь уже не шутки, ребятки. Так, давайте поставим, наверное, орех. Пускай бьет. А, не успели, не успели немножко. Так, ага, мы даже не можем абсолютно ничего здесь сделать. Хорошо, давайте. Так, давайте бобер второй у нас поехал, ребятки, на задание. Так, ставим бомбу новую. Так, бомбы поразлетались, отличненько. Все как всегда, в общем. Так, ну что ж, дорогие друзья, все идет по плану пока что. Пока что все идет по плану. А там посмотрим. О, отличненько, я бомбу-пукалку расцейкал. Ребята, вы видели это? Вы видели эти приколы? Так, тихо-тихо, там идет зомби, ребятки. Это никуда не годится. Ой-ой-ой, вы только посмотрите, сколько здесь бомб понаставляли. Отлично, там бомба-пукалка, он сейчас там умрет. Так, и мне не хватает, наверное, вот бомбы-пукалки поставить для последнего зомбика, который ее с удовольствием проглотит. И, наверное, бомбу-пукалку, ребятки, надо поставить еще. Знаете куда? Сейчас я вам покажу куда. Так, 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 так. Или лучше вот такую штучку. Лучше бомбу-взрывачку поставить сюда. Сейчас он съест орех, ребят. Или не съест. Не успеет. Сейчас посмотрим. Может, и не успеет съесть. Может, мы его все-таки победим? Да, ребятки. Отличненько. И он сейчас взорвется на бомбе. Бабах. Круто, дорогие друзья. И мы с вами прошли этот уровень. И это просто, ребятки, замечательно, я вам хочу сказать. Так, ну что ж, поехали. Так, забираем денежку. Отличненько. Отлично, все просто круто, ребятки. Классно, классно, все классно. Так, отлично, до 7 уровня мы прокачали уже нашу, так сказать, штучку. Так, ребятки, ну что ж, давайте возьмем следующий уровень и будем потихонечку переходить к нему. Ну что ж, дорогие друзья, что мне здесь предлагается? Ого! Босс, ребята, огромный босс, вы видели? Огромный босс-мутант. Вы это видели, ребятки? Ну, это, конечно, в действительности круто. Давайте возьмем вот этого и бомбу-вонючку. Все это то, что нужно мне, ребятки. Поехали! Так, дорогие друзья, погнали! Ну что ж, давайте будем потихонечку нашу оборону вести как следует. Здесь уже падают солнышки у нас, и это просто замечательно. Подсолнухи мы с вами высадим по периметру, как всегда, слева, чтобы на правый мост у нас не было никаких проблем, чтобы мы с вами всегда могли, ребята, ограничиться чем-то. Эй, ребята, он съест бомбу. Бомба как-то не так уже действует, как в прошлый раз, вы видели? Давайте поставим сюда горохострел, пускай потихонечку убивает его. А что тут не действуют мои эти, ребята? Реально, у меня не действуют здесь ни мои горохострелы. У меня абсолютно ничего не действует. И это не есть, ребятки, хорошо. Это попросту нехорошо. Так, давайте горохострел здесь посадим второй. Отличненько, ждем, пока третий горохострел... Вот, отличненько, садим сюда, забираем листочек, ребятки, чтобы стрелять из пулеметика, чтобы это нам абсолютно не мешало. Так, ну что ж, дорогие друзья, все идет пока что по плану, все как нужно. Так, ребятки, и первая волна сейчас зомбиков уже будет на подходе. Так, ребятки, 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 подождите, надо притормозить немножко этих злых и нехороших зомби. Так, ребятки, давайте размораживать наши эти, потому что они чисто случайно заморозились. Ага, вот так вот, хорошо, замечательно, отличненько. Так, ребяточки, садим горохострел здесь, пускай потихонечку занимается стрельбой. Здесь размораживаем нашего подсолнуха, который замерз. И что мы видим дальше? Мы видим, ребятки, пришла новая волна, вторая волна. И нам нужно потихонечку как-то, ребяточки, отбиваться. Так что, ребята, я предлагаю немножко с вами поиграть в такую игру, которая нас, ребятки, должна спасти от этого апокалипсиса. Так, пока что сюда.
пока что сюда. Так, ну что ж, дорогие друзья, пока все идет по плану, а там посмотрим. Так, подсолнухи, я думаю, пока нам не нужны. Мы лучше потом посмотрим. А листочки мы прибережем для босса, потому что там довольно-таки босс крутой какой-то, я видел, большой. Так, 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 вот так вот бомбу вонючку сюда поставим. Так, ракетницу поставим сюда. Отлично, отлично. Так, сюда, наверное, поставим. Ау. Гору. Ребята, да что же это творится? Вы только посмотрите, меня съедают изнутри. Как такое вообще возможно-то, ребятки? Я заморозился, я замерз абсолютно весь, ребят. Ну, посмотрите, ну куда это годится? Ну, реально, это не годится никуда. Так, давай размораживайся. Так, забираем солнышки, пока он размораживается. Ай-яй-яй-яй, неправильно чуть-чуть тоже сделал, но ничего. Мы с вами обязательно... Так, ребятки, предпоследняя волна у нас идет. И я это прекрасно вижу, потому что это довольно-таки не шутки. Все эти игры, это, ребятки, абсолютно не шутки. Так, ребяточки, а что это такое? Воу, ребята, зомби прошли, что ли, на мою... Да, ребятки, я и не увидел, зомби прошли на мою, так сказать, территорию. Так, ребятки, пойдем с вами зайдем в наш палисад и посадим здесь кого? Кто у нас там? Ромашка? Ага. Нам ромашка даст, ребята, кристаллы, я так думаю. Нет, ну что-то же она должна дать. Так, ребяточки, ну что ж, давайте с вами будем ждать, пока ромашка нам родит то, что нам нужно. И... А пока что мы с вами, ребятки, подождем. И уже в следующих уровнях, ребяточки, мы с вами продолжим играть нашу замечательную игрушку. Проходить так называемые уровни. Так, ну что ж, дорогие друзья, а если вам понравилось это видео, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал, если вы не знаете, где подписаться, нажимаем на лицо клоуна, которое мы видим у себя на экране, на красное личико нажимаем, подписываемся на канал, а с вами был, как всегда, Юра, ребята, вы были на канале Вечное Детство, пока-пока!